Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео, как я и обещал, покажу аранжировочку композиции «Судьба» Сергея Шнурова, которая звучит в фильме «Бумер». В предыдущем видео я вам показал, как звучит вступление. Вот таким вот образом. И дальше заглавная тема. Отдельно мелодия этой темы. Мы играем все время через четвертую на втором. Четвертая на втором, потом вторая на первом, четвертая на втором, потом вторая на третьем. Опять четвертая на втором. И первая открытая. Еще разок медленно. Первая половина. Четвертая на втором. Вторая на первом. Четвертая на втором. Вторая на третьем. Четвертая на втором. И первая открытая. Продолжаем держать вторую на первом, четвертую на втором. И играем вторую часть этой темы. Четвертая на втором, первая открытая, четвертая на втором. Вторая на третьем, четвертая на втором. Вторая на первом, четвертая на втором. И вторая открытая. Четвертая, первая, четвертая, первая. Четвертая, вторая, четвертая, вторая, четвертая, вторая. То есть все время через четвертую. И вот получается такая мелодия. Ну и вот она в аранжировочке, то есть я добавил бас. Thank you.
есть соединил бас мелодию, ну, немножечко ноток аккордовых. Давайте разберем это. Можно поставить аккорд АМ ля минор, вторая на первом, четвертая, третья на втором. Для удобства. И в правой руке мы сыграем пятая, четвертая, вторая, четвертая. Потом мы четвертую оставим на втором и зажмем шестую и вторую на третьем. Вот такой аккорд будет. И сыграем шестая со второй на третьем, четвертая на втором потом, и первую открытую. И вот что у нас получится. Еще разок медленно. Потом мы зажмем шестую на втором и четвертую на втором оставим. И сыграем шестая, четвертая, первая открытая, четвертая, которая на втором, шестая тоже на втором. Потом вторую зажимаем на третьем, играем шестой на втором. Одновременно, потом четвертая на втором. Дальше мы зажимаем вторую на первом, четвертая на втором остается, шестая на третьем. Играем шестая со второй, и четвертая. Потом шестая на четвертом, со второй открытой. Еще разок, все сначала. АМ шестая, точнее пятая, потом четвертая, вторая, потом зажимаем шестая, вторая на третьем, четвертая на втором. Здесь играем шестая, вторая, четвертая, первая. Дальше шестая, четвертая на втором и играем. Шестая, четвертая, первая, четвертая. Потом шестая, вторая, четвертая. Здесь все держим. Еще разок. Шестая, четвертая, первая, четвертая. Шестая со второй, четвертая. Это все на одном аккорде. Аккорд здесь у нас будет шестая, четвертая на втором, вторая на третьем. Дальше зажимаем следующий аккорд. Вторая на первом, четвертая на втором, шестая на третьем. И здесь мы играем шестая со второй, потом четвертая. И шестая на четвертом со второй открытой. В конце. Еще разок поиграем медленно, вы потихонечку все запомните. Быстро, чтобы всю мелодию, так сказать, слепить. Еще поиграем медленно. Thank you.
еще третью струну добавлять. Здесь, например, на эме сыграть пятая, четвертая, третья, вторая одновременно. И потом четвертая. Здесь шестая, третья, вторая на этом аккорде. Потом четвертая и первая. Одновременно шестая, третья, вторая, четвертая. Дальше вот на этом шестая, четвертая на втором, вторая на третьем на этом аккорде. Шестая, четвертая, первая со второй. Четвертая. Потом шестая со второй. Четвертая. Дальше вот на этом аккорде. Вторая на первом, четвертая на втором, шестая на третьем. Играем шестая, третья, вторая. Четвертая. И вот на этом аккорде, где шестая на четвертом, играем одновременно шестая, третья, вторая. И получается немножечко понасыщеннее. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно всегда все получится.